Всем доброго дня, ребята. У нас сегодня в Вене пасмурно, но последние деньки осенние, ну не последние, конечно, еще октябрь впереди, ноябрь холодный. Нахожусь я, как всегда, в Бельведере. Вы знаете, я уже делала видео не одно. Люблю это место. Это недалеко от моего дома. Бельведер. Очень красиво. Фонтан еще действует. Ну, сейчас вам покажу сам дворец принца Евгения Савойского. С одной стороны, а с другой стороны уже покажу завтра. Ну вот, подошли к первому фонтану. И фонтаны еще работают. Скульптуры. Историю прочитайте, ребята, сами. Википедии. Знаю, что этот дворец был подарен Евгению Савойскому, Марии Терезии, потом она Францу Йосифу, потом она его у него выкупила или что. Красота, да? Второй фонтан. Вид, конечно, шикарный. О, где-то скорая помощь. Ну, быть так, и летом здесь все цветет. Летом, конечно, красивей. Ну, самое, наверное, красивое – это Шенбрунн. Вот стена, за этой стеной находится... Туда дальше ботанический сад. Идем к красивому фонтану. Мы на него посмотрим сверху. Но он еще у нас уходит вниз. Очень шикарно и красиво. Такие скульптуры. Такой замок. Прошла почти что с полкилометра. Хочу подойти. Здесь вот еще один фонтан. Большому фонтану. Что красиво, то красиво. Люблю. А летом так вообще здесь. Ботанического сада такой аромат идет. Здесь тут все цветет. Лабиринты такие. Это малое здание. Смотрите, какие красивые скульптуры, ребят.
Ну, как этим не любоваться? Этими шедеврами. Скульптуры какие. Ну, самое главное у нас вот это вот. Сейчас дойдем поближе. Правда, величественно и красиво. Сейчас, видите, у нас еще тепло. Раз тут вон цветочки всякие разные. Где мой муж? Видите? Еще аромат осенних цветов стоит. Синенькие красивые. Разные осенние. Ну вот, а вот здесь уже фонтаны не работают. О, какие сколько. Красота, да, ребят? Вообще красиво. Я и снимаю, и сразу же и фотографирую. Здесь не работают фонтаны. Вот, шум воды успокаивает, релаксирует. Какая красота под шум воды. Да, ребят? Сейчас я вот здесь сниму видео и присяду тоже. Смотрите, какая красота. Ну как можно это... такую красоту пропустить. Уже какая-то... Я водолей. Я люблю вот. Вот такое вот. Вода чистая. На этом я закончу, ребят. Подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Елена Березкина.